Здравствуйте! В прямом эфире с последними новостями Ararat News. В студии работает Лиана Галоян. Подведем итоги дня. МИД Армении прокомментировал проведение мероприятия «Азербайджанский Ереван» на COP29. Армения строжайше отвергает любой ложный нарратив, предполагающий территориальные претензии к соседней стране. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Ани Бадалян, комментируя проведение мероприятия «Азербайджанский Ереван» в Баку. Мероприятие, организованное фондом Гейдара Алиева, прошло на полях COP29 в столице Азербайджана. Как в прошлом отмечалось в официальной позиции, Армения строжайше отвергает любой подобный ложный нарратив, предполагающий территориальные претензии к соседнему государству, отметила Бадалян. Отметим, что Азербайджан на официальном уровне активно тиражирует термин «Западный Азербайджан». Более того, в парламенте Азербайджана создана инициативная группа по возвращению в Западный Азербайджан. С предположением об этом выступила так называемая община Западного Азербайджана. В самом Ереване это расценивают как посягательство на территориальную целостность Армении. У Армении, не участвующей в саммите ОДКБ, нет возражений по принятию документов. Армения не будет участвовать в мероприятиях ОДКБ в Астане 28 ноября, однако Ереван не возражает против того, чтобы запланированные документы на этих заседаниях были приняты. Об этом сообщил постпред России при ОДКБ Виктор Васильев. В Астане 28 ноября состоится сначала совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Совета безопасности, а затем сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. К сожалению, армянские коллеги отказались от персонального участия в этом мероприятии. Вместе с тем, они не возражают против того, чтобы все документы, которые предполагаются утвердить, были приняты в так называемом ограниченном формате, сказал Васильев. Глобальный форум против преступления и геноцида пройдет в Ереване в декабре. Глобальный форум против преступления и геноцида пройдет 12 по 13 декабря в Ереване, сообщает МИД Армении. Тема форума – повышение эффективности международных механизмов по раннему оповещению и реагированию на геноцид и другие преступления. В ходе форума будет обсуждаться вопрос о выявлении факторов риска и своевременного реагирования на них. Ранее глава МИД Армении Арат Мирзоян заявил в Национальном собрании, что вопрос о международном признании геноцида армян не является внешнеполитическим приоритетным Армении. Показатель экономической активности в Армении за 10 месяцев вырос на 8,1%. Показатель экономической активности в Армении с января по октябрь вырос на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Министерство финансов. Объем промышленности вырос на 11,7%, до 2,4 триллионов драмов. Ускоренный рост здесь вывел экономику на определенный уровень, поэтому теперь прирост замедляется. Продолжается рост в строительстве 15,5% до 485 миллиардов драмов за счет налоговых льгот, а также в торговле на 18,8%. Внешняя торговля также выросла до 26,2 миллиардов долларов, экспорт на 95,1%, импорт на 50,8%, рост в сфере услуг составил 5,8%, увеличившись на 2,73 триллиона драмов. В Армении растут показатели заболеваемости ВИЧ. В Республике Армения в последние годы случаи заражения ВИЧ увеличиваются. В 2024 году заболевание выявлено у 462 человек. Об этом на пресс-конференции заявила руководитель отдела мониторинга и оценки Национального центра инфекционных заболеваний Анна Мергелян. С 1988 года 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В наши дни существуют препараты, благодаря которым человек может жить полноценной жизнью, не распространяя инфекцию. Кроме того, люди с ВИЧ могут иметь здоровых детей. Отметим, что случаев заражения становится больше не только в Армении, но и во всем мире. Наиболее распространенность ВИЧ в расчете на 100 тысяч человек зарегистрирована в Ширакской области. По словам специалистов, в прошлом картина выглядела несколько иначе. С момента регистрации первого случая ВИЧ в Армении в 1988 году по 31 октября 2024 года среди граждан Армении выявлено 6076 случаев инфицирования, а также 438 случаев среди иностранцев. Из общего числа пациентов 70% составляют мужчины. При этом около 48% случаев зафиксированы у людей в возрасте от 25 до 39 лет. Мергелян также подчеркнула, что в этом году особое внимание уделено мероприятиям в областях Армении, так как Национальном центре инфекционных заболеваний придает большое значение за информирование населения регионов. Это были все новости к этому часу. В студии работала Лиана Галоян. До новых встреч!